И всем привет, пузатики, с вами Слон Геймшок, и мы продолжаем играть на Skylandе Виктори или Вистори Крафт. И да, я наконец-таки делаю кровавые руны, чтобы из них сделать, во-первых, алтарь второго уровня. И все. Ну на. Так, ставим их вот так вот. Черт, текстуры слишком большие, не очень-то. Ой! Опасно! Опасно! Очень опасно, ребята! Если эта фигня упадет, это вы не поверите, сколько мучений надо. Офигеть. Это просто писец. Так, все, готово. Так. Миссия по спасению кровавой руны. Давай, давай. О, да. Все, готово. Пунь, пунь, пунь. И сейчас просто берем и проверяем, какого уровня у меня алтарь. Так, тут немного делаем покрасивее. Пуньк. Второго уровня. Yes, друзья, мы наконец это добились. Все. Так, теперь. А, кстати, я тут еще немного яблочек решил вырастить. И да, как вы видите, очень офигенно выращивать яблоки. Так, немножко срубим. Блин. Ауч, не то. Вот. Потому что яблоки, они всегда тебе будут приносить, даже без воды. Это я понял недавно, и поэтому выросло всего лишь два дерева. Из четырех. Да, тут есть немного красных деревьев. Да, обожаю этот карантин. Язык заплетается очень сильно. Так, и сейчас нам нужно много кровушки. Так, чтобы сделать лед, нам нужно стекло. Благо дело, тут можно сделать песок вот кое-каким образом. Сейчас посмотрю. Вот. Для этого нужен булыжник и порох. Порох я немножко раздвоил. И та-дам. Все работает идеально. Все, два песка готово. Так, давайте посмотрим, сколько нам сейчас понадобится для этого кровушки. 1200. Черт. Мне кажется, будет не хватать в кровушке. А тут недозрелые яблочки. И, блин, что делать? Черт. А, кстати, в Керстарте может быть еда же. Так, давайте пропишем. Керстарт. Да, все, еда есть. Все, вот этот кровавый алтарь можно выкинуть. Он, в принципе, ни для чего не используется, как и этот ножик. Потому что у меня две запасных лежит. И, наконец-таки, еда! Аллилуйя! Спустя так много времени нормально поем. Да, кстати, я вот тут вот перестал выращивать немножко. Потому что если, блин, вырастет вот это дерево, оно спокойно может загородить эту листву, и тут не будут выращиваться яблоки, так как это особое дерево. Правда, я не знаю, будет ли оно также особым, если взять, например, и сломать листву, и, короче, выпадет ли особый саженец, или все-таки нет. Так, аллилуйя.
случился. Ага, как я этого долго ждал. Все. Наконец-таки морковка будет расти быстро. Офигенно. Сейчас еще сделаем лед. Немножко. Так, также у нас есть огонь. И мы наконец-таки сделаем генератор булыжника, если он тут, конечно, работает. Для этого нам понадобится всего лишь-то 1000 крови. Это не так уж и много. Все, 1000 крови есть. Все, лава готова. Кстати, прикольная лава. Так, и куда бы этот генератор поставить? Черт. У меня нету блоков, которые бы не сгорали. Не, хотя немножко есть. Берем типа такого. И ставим где-то тут, что ли. Так. Немного трудно. Фух, пожелайте мне удачи, потому что если это не сработает, это будет печально. И да, это работает. Слава богу тебе. Все! Первый булыжник сгорел. Офигенно. То получается, булыжник я тоже могу сломать. Ух, слава не упал. Слава не упал. Слава не упал. Офигенно. Слава богу, то, что он не упал. И все. Теперь развитие пойдет куда быстрее. Так, Скайленде. Так, это выполнили. Теперь нам нужно сделать глину. Блин, экзотическая семья, я не знаю, если честно, где найти. Но. Да блин, этот булыжник падает. Или сгорает. Весь прикол только в этом. Так, да. Нам нужна глина. Чтобы получить глину, смотрим сюда. Ищем крафт глины этой. И нам надо... лист, песок и костная мука. Костную муку хорошо, то что теперь легче будет выбивать, но нелегко, потому что это, блин, надо еще выбить. Ну а песок и дуб — это вообще легко, потому что дубовые листья делаются типа, ну вот, готово. Типа все. Что тут делать? Все, стак дубовых готов. Офигенно просто. Так, первый этап, значит, готов у нас. Угу. Значит, еще осталось пару этапов. Не совсем таки много, но и немало. Так, давайте срублять дерево быстро. Итак, все ингредиенты готовы, и осталось только подождать. Немножечко подождать. О, первая глина уже пошла. И, кстати, мне с 16 пыли выпало именно 4 костной муки. Именно столько, сколько нам как раз-таки и понадобится. Офигенно просто. Кстати, у меня случаем... Кровь закончилась, да, я-то думаю, что не делается. Потому что тут хранится всего лишь 5000 крови. Жрется по единичке. И заполняется, причем, по 200. Это гораздо выгоднее, чем вот это. Потому что тут, серьезно, жрется всего лишь по пол сердечка, а заполняется по 200. А там жрет по одному сердцу, а заполняется по 200. Так, все, по идее готово. Сколько? 1600. А сколько нам для этого надо? Сколько, сколько, сколько? 1000! Капец. Что так много-то крови надо? Я в шоке.
Логично, что он всю кровь сожрет. И сколько у нас осталось? 400 всего лишь. Круто, тень. Так, давайте сдадим квест. И, серьезно, один отдуванчик. Древние споры. Семена травы. Чаво. Черт, откуда мне землю брать в таких количествах? Я что-то не понял. Земля. А, типа отсюда можно. Только для этого нам нужен изучать Таункрафт. А чтобы изучать Таункрафт, у меня не открыта ветка Таункрафт. Что делать? Потому что тут реально надо очень много. Прям дофига. Кстати, один ненужный выкинем. Очень много прям надо крови. Кстати, давайте выложим немного ненужного хлама. Там бочка. Черт. Ух ты. Мистер Крафт. Ну тут 100% придется изучать эту дичь. Так что, блин. Не получится просто так. Ну землю-то я смогу-то хоть нафармить, но... Какой ценой? Ой, зачем я его-то выкинул? Стоп, я забыл, что мне сейчас надо было сделать? А, древние споры выбить. Давайте посмотрим, какой шанс выбивания древних спор. Древние споры. Шанс выбивания 1%. А, они уже из песка падают? А, так вот где семена кактуса достают. А, так вот где достается зачищенное семя. Да, просто я немного не знал. Яблоко созрело. Вот, теперь его только можно сломать. Видите, за один клик всего лишь сломается, в отличие от вот этих. Кстати, это яблоко самым первым выросло. Но... Начало расти, точнее. Но вот тут вот до этого выросло одно яблочко. А сейчас тут вот. Офигенно просто. Обожаю. Блин, сейчас я попробую что-то сделать, но потому что серьезно, у меня нету линии квестов магии в наших сердцах. Ребята, короче, я нашел, где это хранится. Короче, вот так вот отдаляем и слева. Да, почему-то раньше, когда я вот так вот делал, у меня тут ничего не было. И знаете что? Я, короче, трудился, пахал, пытался найти очень много, причем этого тростника нашел. И знаете, в чем прикол? Книжная полка создается из 3 книг, а не из 9. Вот это я умный, ребята. Просто... Умнейшество левел код. Так, нам еще понадобится палка и 2 таун слитка. Ой, путы таун слитка. Ты ч... Какие еще таун слитки, блин, туплю. Блин, зачем я создал 3-х набалдашника? Нам же понадобится всего лишь один. И готово. Все, обнаружить. Сделали. Теперь нам нужно чернильница с пером. Смотрим, как ее сделать. Чернильница. Чернильница, как ты делаешься? А, для этого нужен любой черный, любой пузырек и любое перо. Перо это шерсть. Шерсть не проблема.
Чернильный мешок – это уголь. Это проблема. Так что прибегнем к самому великому. Ботания, мне нужен черный цветок, я помню, у тебя он был. Вот. Просто берем ступку и пестик, и просто передрабливаем их. Вот таким вот образом. Все, гениально и просто. Сейчас нам понадобится 3 песка. Сейчас я их быстренько переплавлю. Так, все готово. Просто берем это все и соединяем. Так, кажется, я все сделал. Что там еще надо? А, перо. Как же я мог забыть про шерсть? Шерсть. Ой, ёшки-матрёшки, не взял. Так, и я не так недавно немного, очень много добыл. Прям закачаешься, как много. И у меня опять инвентарь забит, лол. Так, все. По идее, крови теперь хватит. Все, перо готово. И крафтим. Все, чернильница готова. Легко и просто. Теперь нам нужно сделать нитор. Круто. Давайте лучше поизучаем ботанию. Я тут немножечко выполнил квестов. Кстати, у меня что-то слишком мало места. Прям очень мало. Хотя я постоянно очищаю свой инвентарь. Кстати, кто такие буржуи? Вот сейчас вы увидите, при очистке будет около... 43 предмета. Но все равно, это кто такой буржуй тут? Я в шоке. Просто берет, направо и налево ресами раскидывается. Офигенно. Так. Что ж мне сейчас надо? А, да. Требуем все подряд. Требуем все подряд. Мне даже хавчик выдали. Спасибо. Так, сейчас надо сделать распространитель маны и бассейн маны. Но для этого нам понадобится золото. Так, золотой порошок, значит, у меня есть. Давайте измельчим немного золота вот так вот. О, да, 5 штук. Как раз. Все, 4 плюс хранится, а еще 2 мы поставим переплавливать. Ох, офигенно. Кстати, ребят, я тут воду начал получать из кактусов, и это просто офигенно. Всем советую. Я вот такую микроферму воды создал, и все. Кстати, вот не сейчас только недавно я передробил 3,5 стака гравия, и мне выпало всего лишь 1 алмаз. 1 гребаный алмаз. Но зато мне выпало 3 изумруда, знать не знаю, зачем они нужны, если честно. Но круто, то что мне хоть что-то выпало. Так, что мне сейчас надо было? А, да, мне надо было взять 1 лепесточек. Потом найти где-то жизнь дерева среди всего этого хлама, который у меня завалялся. Также взять с собой... жизни камень и все это соединить воедино. Так, все, получаем распространитель маны и бассейн маны. Все. Требуем. Теперь мы можем сделать дневной цветок, также сделать пламя края, также выполнить вот этот квест, который ничего не дает, если честно. Так, потом сделать мана слиток, но для этого нам надо сделать очень много всего, так что... Черт! Мне сейчас придется расширяться. А тут интересно, есть изумрудные кирки? Вот. Наступил уже третий день, как я играю.
Ну, как сказать, как я играю? Как я записываю эту серию. Да, я сразу после той серии приступил записывать. И, как вы видите, я уже начал изучать Таункрафт потихонечку. И вы сейчас просто офигеете. Та-дам! Ферма мобов. Да, эту фигню я только сейчас создал. Прям вообще только-только сейчас. Так, давайте поставим дневной цветок. Пусть ману генерирует. Также я создал таун-бочку. О, офигенно. И немножко тут понакрафтивал, потому что это все идет в квестах. Вот, да, я их начал уже выполнять немножечко. Смешанный кластер. Зачем ты мне нужен? Так, давайте займемся немножечко кровавой магией. Если честно, я не знаю, что в ней надо делать. Блин, тут же максимально забито. Потому что, блин, серьезно, что тут надо делать? Я вот сейчас тупо все прохожу по квестам. Особенно кровавую магию. Ты вообще жрешь? Жрешь. А чё так медленно? Очень медленно, конечно, жрет он. Я аж в шоке. О, готов. Получился кинжал жертвоприношений. И сейчас, что это за дичь, я не знаю. Но нам дают 3 зомби и 3 скелета. Это офигенно. Так, давайте еще кровушки наполним тут. А, его может только убивать. Понятно. О, кстати, тут иногда происходит баг. Если зажать клавишу, то как бы кровь поступает, но от тебя не уходит. Это офигенно. Иногда. И как вы могли заметить, мне сейчас выпало лавовый генератор и солнечная панель, которую я не знаю, как скрафтить, если честно. Офигенно. Так, давайте откроем необычные сундучки, а потом уже мега-сокровище. Так, пум-пум-пум. Годно, 2 алмаза. Это вообще офигенно, потому что у меня алмазов лол. Кстати, мне выпала кожанка, зачем ты мне? Ну, а фрагмент за ним не понадобится, золотишко тоже не будет... Куда напрасно. Да, эта ферма мобов, она прям вообще изичная. Там просто идет вода вот так вот, с 4 сторон. А вот тут вот, по боках, ничего не стоит. Также, где вода, там надо было обгородить. Ну, короче, мобы сами прыгали. Ой-ой-ой-ой, как страшно сейчас было-то. Вы не поверите, как сейчас страшно было. О май гарабл, первая мана пошла, ребята. Офигенно. Так, кирка с собой нету. Надо бы взять. Да, я также тут немножко автоматизировал дерево. Потому что оно мне дико надо было. И сейчас оно как бы нужно. Но сейчас... Оно мне... Ну, мне нужно как бы... Ой, ти-ти-ти-ти! Офигенно просто. Такой. А, тя-тя-тя-тя. Так. Пуньк, пуньк. Все. Сейчас я вам покажу, как эта ферма выглядит изнутри. Она выглядит вот так вот. Да, мобы спавнятся даже днем. Вот, смотрите. Сейчас я закрою. И все. Тут темнота. Видите, мобы везде спавнятся. Вот такая вот фермочка. Блоки воды надо на 8 расстояния вставить, но я поставил на 7. А вот эту всю конструкцию переделать мне лень было, так что я просто немного воду назад отодвинул. Я гений просто. Там стоит ведьминская вода для того, чтобы мобы превращались в иссушителей там. Ну, скелеты иссушители. Скелеты превращались в скелетов иссушителей. Во. Вспомнил. Так,
Давайте проверим. А, кстати, тут у меня автоматизация земли просто. Деревья. Я специально для них сделал ножницы, подстригиваю их, а низ молотом ломаю, потому что вот эти опилки можно опять-таки тоже сюда положить. Это очень круто. Ацелётик! Уйди, господи! Главное, не умри. Так, надо все убрать, чтобы ацелотик не сдох. Главное, не умри. Я ща попробую, я ща рыбу наловлю и попробую его поймать и приручить. Капец. Сейчас тупо ловлю рыбу и тут... Лук выпал на силу. 4 и откидывание 1. Это офигенно. Было бы, если бы это была анархия. А так это тут вообще, ну, такое себе. Ну, типа трофей, что ли. Кстати, чё-то рыбы нету пока что. Я ориентируюсь еще по звуку. Рыбу. Ловлю, точнее, по звуку. Это офигенно просто. И я тут немножко вот такую вот схему сделал. Для ловли рыбы. И пока что-то всего лишь две штуки. Так, ребят, думаю, 4 рыбы хватит. Еще тут рыба есть такая, которая, ну, из Beyond Planets, по-моему. Ну, необычная, короче. Ее можно переделать в обычную рыбу. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Тихо, не боись, котяра. Вот. Тварь убежала. Сейчас очень трудно ловить кота. Ты все боишься. Он что, умер, кот? Где кот? Где кот? Кот умер. Нет. Я же ради него так долго мучился. Рыбу ловил. А он... Не хочется плакать. Где тут стрелы? Стрелы. Мне нужны стрелы. О, почему тут нельзя убить себя? Ну почему? О, было бы идеально просто. Если бы я приручил котейку. Ну ладно, в следующий раз еще может заспавниться, так как тут много травы. Как он умер? Он что, в дереве застрял? Он же в один блок. Так, давайте сделаем кое-что другой цветок. И вот, мы получаем пламя рая. Да, просто офигенно. Поставил такой, и сразу потом тоже цветок. Уху, хорошо то, что я не прыгнул. Так, и сейчас нам нужно уголь. Вообще любой. Хоть древесный, хоть обычный. Просто берем уголь и по одному кидаем. И смотрите, сейчас скорость будет. Да, правда, это можно автоматизировать. Так, сейчас посмотрю палочкой сколько. Давай, выходи, выходи. А, стоп, у меня же есть жесткий лук. Чё я туплю? Я просто... Ща! Одним выстрелом? Нифига ж себе! А, все, стрелы закончились.
Не, ну это офигенно. Так, так, так. Мне нужен сейчас мой посох леса. И освободить инвентарь. Потому что тут дичи всякой много. Так, давайте посмотрим. О, тут мана прибавилась. Так, просто закидываем один уголек. А, он еще дает. Нифига ж себе, как долго. Так, сейчас мы заодно создадим еще парочку. Ну, точнее, второй. Этот цветок. Не, ну это круто. Стоп, получается, если сюда перенести алтарь, то это будет бесконечная кровь. Давайте так и сделаем. Пуньк. Пуньк. И правда, бесконечная кровь. Давайте посколько тут. О! Офигеть! Это сколько крови-то? Блин, только автоиспользователь надо будет использовать. Но это реально дико. Круто. Так, давайте еще создадим один. А, не получится. Ладно, сразу бы два создали. Так, мне сейчас нужно... Я забыл, какие лепестки там. Нужны были? А, мистический красный, серый и коричневый. Так, еще вода нужна. Так что, кактус, иди ко мне. Ну блин, котейка. Как так-то, а? Кстати, под водой земля... Нет. Офигеть, под водой земля... Ой, трава становится землей. Офигенно. Так, сейчас мне нужно будет создать... еще раз этот лепесточек. Также закину сюда... Mana Power. И взять одно семечко. Пуньк, готово. Сейчас скорость идет очень быстро будет. Да, правда это надо как-то автоматизировать. Да, и это можно автоматизировать легко и просто. Просто мне немножко лень этим всем заниматься. Плюс сейчас надо будет встать на АФК фармилку, потому что, знаете что, у меня сейчас тупо не хватает реса. Я бы сейчас себе сделал тесак и призвал бы сушителя и быстренько его убил бы. Это было бы просто феерично, офигенно. И, кстати, знаете, почему я сейчас начал ботанией заниматься? Так потому что, чтобы сделать руну емкости, нужно мана. Кровавые-то руны, да, их легко сделать. Но руна скорости, жертвоприношения, ускорение, улучшение емкости. А, не, они делаются нормально. О, кстати, вот этой руны нужно очень много, потому что само пожертвование, оно офигенно дико влияет. И, господи, еще... Чё они так редко спавнятся? Но я слышу зомби. Ой. А я не понял. Чё меня сейчас било? Есть чисто... Не знаю, что меня сейчас било, но это офигенно.
Кстати, тут придется очень много сильно развивать Таункрафт, потому что тут, ну, типа, вот это надо делать. Типа, вот это делать надо, чтоб хоть что-то получить, потому что тут все идет через все. И знаете, в чем дикий прикол? Тут очень трудно получать основные аспекты. Да, тут даже я немножко стол сделал. О, кстати. Может заняться медовым раем? Было бы интересненько. Ой, блин, надо ж подкидывать. Не, ну сейчас вне серии я сделаю автоматизацию вот этой всей дичи. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был GameShock. Это был Skyland. Думаю, эта серия будет очень короткой, потому что, вот серьезно, я тут половину времени больше АФК, чем что-то делаю. Я такой, ха, что бы мне сделать? Что бы мне сделать? Что бы мне сделать? Что бы мне сделать? От лени даже вот эту фигню сделал. О, зомби. Только у тебя же было нормально хп, ты чё? Две тысячи. А было больше. Странно. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, с вами был GameShock. Это были таумочки. Еще вот эта прикольная зелененькая фигня. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока.